И с кем мы бывали, мы много видали, полно у нас всюду друзей. Отправиться к ним вместе с нами хотите? Да! Отлично, поплыли скорей! Театре главный, конечно же, зритель. Поэтому я хочу поздравить всех нас, всех наших любимых и больших, и маленьких зрителей, потому что искусство театра кукол покорны все возрасты, от 0+, до 90+. И пожелать, конечно же, прекрасных премьер, невероятных ощущений, аплодисментов и успехов. А это наш Теремоша, он давно живет в нашем театре. Такой добрый-добрый человечек, который хранит тепло, уют и удачу нашего театра. Мы бы не были здесь, если бы не любили этот театр. И не любили театр в целом. И не учились бы на эту профессию 4 года, да. А потом не шли бы работать в театр. Да, поэтому это профессия, которую мы выбирали. Душой. Да. И давным-давно. Я уже 16 лет работаю в театре и с удовольствием каждый день прихожу на работу, потому что для меня прям счастье. Театр – это самое прекрасное, что у нас может быть в нашей культуре. Актерская игра, музыка, атмосфера, особенно кукольный театр. Дети с маленького возраста могут прикоснуться к прекрасному.